Наверное, никто не может придавать своим мыслям и чувствам форму так, как это делают люди творчества. Свои чувства к родной земле художники показывают в выставочном зале Тамбовского регионального отделения Союза художников России. Всего на выставке около 70 работ 37 авторов из Тамбова и Мичуринска. Она возникла, наверное, из любви художника к своей малой родине, к нашему краю, к живописным его уголкам, к его красоте и щедрости его земли. И, в общем-то, в каждой, наверное, из работы это и отражено, потому что здесь есть и Тамбов, естественно, и Притамбовье, и какие-то более далекие уголки нашей области. Один из авторов – Виктор Невзоров. Изобразительным искусством он занимается уже 45 лет, с самого детства. Одна из его работ на выставке – «Весенний этюд», в котором он передает пору цветения сирени, период, когда природа насыщается красками. Это окрестность Мичуринска, города, поворот реки. Вот, такое таинственное состояние писал. Вот, этот период очень люблю, очень много пишу. Где-то с весны, наверное, написал порядка 45 работ, вот, примерно такого формата. Вот, там, целой коллекции. Большая часть экспозиции – это пейзажи, которые художники написали за последние несколько лет. Но есть тут и натюрморты, декоративные композиции в различных техниках и стилях, и даже скульптуры. Даже если вы живете в Тамбовской области с самого рождения, изъездили ее вдоль и поперек и считаете, что видели тут все, посмотреть на родной регион глазами художника – это совершенно иной опыт. И получить его, конечно же, стоит. Сделать это можно по 9 сентября. Вход свободный. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.